Очень большой, очень функциональный чехол для оружия. Огромное количество отделений, карманов. Я думаю, что это такая прям для снайперов. Куча отделений. Здесь даже может быть аптечка, планшеты. Целый компьютер, я думаю, туда даже можно засунуть. Здесь то же самое. Много карманов, мале. Ремни для удержания оружия, разделительная плотная перегородка и вот фактически снайперский комплекс длиной до 1,35 м сюда спокойно влезает. Вот это другая сторона ручки для проездного. И карманы.